Вот здесь вот моя работа, вот здесь ресепшн, а здесь мое рабочее место. Такое вот необычное, потому что косметику пришлось разложить именно здесь. Но для меня это не впервые, буду работать здесь. Так что ждите сторис. А мы перебрались домой. Ну, в принципе, я и не уходил. Занимаемся спортиком дома. Вы посмотрите, какое огромное количество мне тут надарили ресниц. И ленточные, и пучковые, абсолютно разной длины. Я еще вот таких вот, ну, я имею в виду, вот этими именно ресницами не работал. Этими работал, этими нет. Тут они абсолютно разной длины. И вот такой вот русалочный хвост, как вы видите. Очень сильно люблю этот эффект, когда за счет такой длины, точнее, за счет такой формы можно добиться такого натурального, очень крутого эффекта. И также обо мне позаботились и предоставили вот такие вот маски. Маска вторая. Я, наверное, сегодня не прогуляюсь. Вот. И одноразовые такие бьюти спонжи, да. Там еще есть. Так. А, также еще есть патчи, мои любимые, да, мои обожаемые. Вот эту вот форму я крайне редко пробовал, но, как говорится.